Привет, друзья, вы на канале Urban Kings Азербайджан, и сегодня мы находимся на Асфар Паксель Арене, за что мы им очень благодарны, что позволили нам сегодня сниматься здесь. Это находится на бульваре Бюкшор, рядом с метро Первый Групп. У нас сегодня в гостях игроки женской сборной Азербайджана Наргиз Каджиева и Кадер Алимов. Салам, Кызлар, подписчик. Ярче. Ярче. Я с Азербайджаном не знаю, но я все понимаю. Как у вас проходят сборы или что у вас были, расскажите. Я знаю, что у вас сборы проходят, да? У нас 22 по 31 проходили сборы. У нас готовимся на игру с Испанией, с настроем. Итак, напомню вам, что Кадер участвует в конкурсе от УЕФА, чтобы попасть в команду Skills. Вместе со мной, кстати, мы вдвоем. Кстати, голосуйте за нас двоих, чтобы мы прошли туда, представили Азербайджан, очень круто. Значит, мы войдем в команду Skills, там будет 12 самых крутых фристайлеров. И мы будем представлять Азербайджан на жеребьевке, на открытии и здесь, в Баку. Нас будет тоже приглашать, звать там на разные мероприятия, тоже можно показывать разные виды шоу. То есть будет интересно, так что голосуйте за меня и за меня. Я здесь оставлю Инстаграм, перейдете к ней, добавитесь и к ней тоже обязательно. Конечно, на мой канал обязательно подпишитесь, если вам интересно. Да. У нас сегодня будет челлендж с девчонками. Hazard Sis. Сегодня мы будем делать, значит, такой челлендж. Попасть в перекладину, а потом будет попади в манишку. И напоследок у нас будет бонус. Забей пенальти с закрытыми глазами. Сейчас мы будем скидываться, кто же начнет первый. Бир-ки-уч. Она первая. Нет, мы с тобой. Бир-ки-уч. Я второй. Ну это еще ничего не значит. Будем бить с линии, центральной линии в перекладину. Это первый раунд. Поехали. Попадет? Не попадет, нет. Из трех. Сколько? Ноль. И ты ноль. Я ноль? И ты ноль. Посмотрим. А ты один лучше. Окей. Опа! Моя очередь. Если честно, я боюсь. Подожди, я не размялся, да? Ой, отмазки, ладно. Да, отмазки, ладно. Пошли. Первый! Ты была, кстати, права, мы оба не забили. Сейчас она поставила на то, что она один забьет. Посмотрим. Один, может, три забьет. Ой-ой-ой. Сейчас она психологически может ударить. Это не отмазки, это просто психология. Это что было? Первый раунд. Первый раунд за ней Наргиз выиграла. Второй раунд это попасть в манеж. Если сейчас она выиграет, то последний раунд будем играть на 2 очка, чтобы догнать до их. А! Да нет же! Да нет же! Что творить? У нее поставленный удар такой, что... Не знаю, я не могу с ней соревноваться. Ой, хороший! Я же сказал, этот раунд будет 0-0 у всех. Где она, да?
Не повезло. Мне нужно сейчас попасть. Да. Я тут пройду мимо. Қыздар, сізі сұралым бар. Во сколько лет вы начали заниматься футболом? Да, 13 жасында футбол бастым. Яваш-яваш командаларым 17, 19, 21 ва артық милли командадан А милли командаға қадар келіп шықтым. Енді де хал-хазырда ойнаймын. А милли командамыз Азербайджан. Сен? Мен де 13 жасымда бастадым. 13 yaşıma kimi olanlarla məşğul olurdum komandalarda. Sonra qızlar çempionatına qatıldım. 13 yaşımdan qızlardayam və oynayıram hal-hazırdakı vaxta qədər. Я знаю, что женский футбол очень такой специфический. Сейчас он на подъеме, кстати. Сборная Америки выиграла чемпионат мира. И хочу узнать, вот именно с какими проблемами вы столкнулись, когда вы начинали футбол? Ну, понятно, что это было в те времена, когда еще не так было развито, но, допустим, что бы вы могли посоветовать родителям или девочкам, как нужно себя вести, или вообще стоит ли им отдавать девочек в футбол? Вот у меня есть дочка, естественно, я не очень хочу отдавать ей в футбол, но она очень любит мяч, но если она выберет все-таки футбол, то есть мои руки здесь будут связаны, я... скажу, что окей, иди. Но тогда я уже вложусь полностью в нее, там, в развитие, все буду помогать. Как у вас обстояло? Вам кто-нибудь помогал? Или вам родители наоборот мешали, там, говорили? Бела дейм, да, мен ушах вақтында ямшу мэхлэда футбол ойнирду, оғланларым, я кызларнан эвди-эвди, кукла ойнар, мен ойнамамшам, өзім. Ама сонрадан бир команда таптық, кеттім, язылдым, баштадым мэшклэре. Sonradan artıq valideynlərim biraz yəni futbol oğlan oynadı, zədələnərsən, yəni travma olar. Ona görə biraz istərdən uzaqlaşdırsınlar. Onda da depressiya düşdüm sözünüzü. Bir həftə yemək yemədim. Ondan sonra yox, get oyna. Daha biz sənə qarışmayan. Get karyerama qur, oyna. Sağ olsunlar, indi də yəni dəstəkləyirlər. А на сегодняшний день они довольны? Поменяли отношения? Bəli, fəxr edirlər. Sizdə görsən, qohumlar yəni, bizim futbolçudur, ora gedir, Azərbaycanı təmsil edir, yəni, çox, yəni, xoşdur artıq. Mən həmişə futbolu sevmişəm, uşaqlarla oynamışam, oğlanlarla əsasən oynayırdım. Amma mən futbol oynananda mənim xəbərim yox idi Azərbaycanda qalın futbolu var və yaxud da ki, futbol barədə reklamlar görmürdüm, yəni, hep oynayırdım oğlanlarla. Sadəcə olaraq ona görə də futbol olmadığım bilim üçün də tək mübariz idmanda önə gelirdim. Yəni, bizə yaxın idi, mən məşğul olub tək mübarizdim. Yəni, sadəcə valideynlərim buna görə icazı vermədi mənə. Yəni ki, qızı falan olmaz. Sonra da elə oldu ki, bir qız tapdım, milli komanda oyuncusu. Gəldi, məni tapdı, daha doğrusu. Sonra qız futboluna yazıldım. Yəni, eləcə gəldim futbola. Yəni, bu baxımdan da valideynlərim bilim. Narazı övmədilər, yəni futbol idi, idman oyunları kimidir. Yəni bir qıza zərər verəcək bir problem olmadığını düşündükləri üçün yəni bir maniyə görmədilər burada. Mən beləcə oynadım, kariyerimi davam elətdirdim, hal-hazırda da davam edirəm. Как сейчас относитесь? Evdəkilər indi dəstək edirlər əksinə. Поддержит? Ага. Ну, это хорошо. Кстати, Кадер тренер 13-летних девочек. Я, кстати, посещал одну тренировку, у нас была совместная съемка для Skills и UEFA. Я видел, как она занимается, кстати, очень круто. Она дает современные навыки техники. Она тренирует, значит, в Кишля. В общем, желаем ей успехов. Урла. Так, ребята, в Азербайджане открылась страница в Инстаграме As a Woman Football. Значит, открыла Наргиз. Значит, подписывайтесь, вот здесь будет линк. Я обязательно в описании укажу линки. Значит, вот ее страница здесь в Инстаграме. Подписываемся, поддерживаем ее. Девочки, если вы хотите играть в футбол, пожалуйста,
Подписывайтесь, там будет много новостей, будут фотографии с Милли, то есть женской команды. Поэтому мы желаем тебе удачи в развитии страницы и вообще в развитии в дальнейшем женского футбола. Она играет сейчас в Турции, команда называется Фати Ватан. И мы тебе желаем удачи там, спасибо. Хороший сезон, без травм, в общем, угодно. Кадер у нас играет в Кишля, мы ей тоже желаем успехов. Она полузащитник, как и я, круто. Центр Ярмада Фихарда. Фланг? Край. Край, да. А, тоже играет. Сау, сау? Сау. Солдаун, сау? О, как круто, как Неймар. Заходит, заливает. В общем, мы желаем успехов девочкам. Обязательно подписывайтесь на их инстаграм. Поехали дальше. Мы будем сейчас бить пенальти с закрытыми глазами. Человек, который бьет, будет закрывать глаза. И человек, который будет стоять на воротах, тоже будет с закрытыми глазами отбивать. Посмотрим, насколько это получится у нас. Надо мной, говорит, как ты со стороны смотрится? Ну, нормально, чё? Три! Закончили челлендж, Наргиз нас обыграла. Кадер, мы с тобой вообще в порядке. Ну ладно, ты тоже в порядке. Девчонки, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Подписывайтесь на мой канал, давайте лайки, намного лайков, чтобы мы дальше еще снимали крутые ролики. И, значит, пишите комментарии внизу, против кого мне выступить в челлендже, кого мне вызвать. Девочки, это вам. Спасибо большое. Пиф, а мы поехали дальше.